Всем привет! Меня зовут Андреева Анастасия. Я детский стоматолог клиники Dental Fantasy. Моя специализация – лечение молочных и постоянных зубов. Я рада буду познакомиться с вами и вашим ребенком с появлением самого первого зуба. Помогу, если у ребенка множественный кариес, пульпит или периодонтит. В своей практике я выполняю как сложные эстетические реставрации, так и восстановление зубов всеми видами коронок для молочных зубов. Отдельное внимание уделяю профилактике. Научу ухаживать за зубами, индивидуально подберу средства гигиены, чтобы не допускать появления кариеса. Если ребенок не имеет стоматологического опыта или уже боится врачей, я провожу психологическую адаптацию к лечению и смогу подружиться и найти подход даже к самым маленьким пациентам. Помогаю провести лечение детям с негативным опытом или испытывающих тревогу с использованием поверхностной седации с закисью азота, а при необходимости спасу все зубы в предельно безопасном наркозе. Качество своего лечения я контролирую с помощью специальной медицинской оптики с большим увеличением, что позволяет мне не упускать даже малейшие детали. Работаю по самым безопасным международным протоколам доказательной медицины. А еще я пользуюсь инновационным помощником, искусственным интеллектом Диагнокат. Покажу вам полезные тренды современной стоматологии. Записывайтесь ко мне на прием в Dental Fantasy. Я с радостью помогу узнать вашему ребенку мир стоматологии без страхов и слез.